Здравствуйте, сейчас мы попробуем сделать бомбочку из спички и фольги. Нам потребуется снять серу со спички, вот таким образом, и просто завернуть ее в фольгу. Вот она у нас там, видите? И заворачиваем в шарик. Вот так вот. Такие бомбочки мы делали в детстве. Ложим на ровную поверхность какую-нибудь плотную. В нашем случае это кирпич. И бьем молотком по нее. Вот, взрыв очень громкий, хороший. Запоминайте, берите на заметку. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Пока.